Садыр Джапаров в ходе пресс-конференции прокомментировал проведение предстоящих выборов в Жогорку-Кенеш. «Теперь в парламент придут депутаты, имеющие доверие народа. Мы реформировали бизнес по продаже первых мест в партиях». Ранее лидеры партий продавали первые места в списке за порядка 100 тысяч долларов, что наносило вред всей партийной системе и парламенту в целом, сказал президент. Джапаров заявил, что теперь не будет партийной коррупции, когда продавали места в первой десятке. Он напомнил, что введены преференциальная и одномандатная системы на выборах в Жогорку-Кенеш.